третья серия. У меня осталось только 3 пушки. Было 5. Какая война несправедливая. У него было, допустим, там, рабочих 30, стало на 30 меньше. Ну ничего, дядя Сулейман всех накажет. Ой, ой, русская мафия едет. Черт. Нет, нет, они сзади обошли. А, они идиоты, они даже пушки мы не начали атаковать. Это что за бред? Мои ж пушки им сейчас устроят бадабум. А куда мои воины шли так упорно, вместо того, чтобы стрелять? Зацени, я базу охраняю. Базу охраняешь? Какую еще базу? Да. Нашу. А-а-а. Ну давай, давай. Меня одного хватит для их. Для их русской мафии. Ничего, сейчас войска еще идут. Хотя... Не, все-таки я даже выдержал русскую мафию. У меня осталось 4 янычара и 3 пушки. Я до сих пор долблю ихних рабочих. Куда побежал? Он так смешно бежал от ядра. На, тварь. Блин, да откуда у Филетова столько рабочих? Такое ощущение, как будто. А за кого он? Я не знаю, но он их плодит очень жестко. У них. Немцы. Там, по-моему, штука какая-то у него есть тоже. Плодятся, как хомячки. Там, когда строишь дом, что ли, они появляются. Не, это он англичан. Я уже играл англичанами, да. Строишь дом и появляется поселение. О, кто-то нападал. Слышь, на нас кто-то нападал. А как? Если... Ну, кто-то шел по вот этой вот дороге. Они даже до твоих башенок не успели дойти. Да просто я не могу... Они в этом... Не могут атаковать, потому что они в дефе. Я вынес все их войска, как они могут нас атаковать. И тем более пришло еще одно подкрепление. Так, теперь... Ребят. Я сделаю арсенал. А я хочу мортиры сделать. И мне нужно дерево. Так что ты, дура, иди за деревом. О! Да и вы за деревцем. Я своего чувачка выкупил. Я перехожу в четвертую эпоху, это знаменательное событие. И тут этот валяется в агониях там. О, зацени, пушки. Это 3 тележки, которые в начале идут в эпоху пионеров. А у меня 8 пушек. И здесь просто здания кусками уходят. Ну, чем мне нравятся эти пушки, они более подвижные, и в случае чего можно атаковать войска ими. А мортиры, они просто стоят и пуляют. У меня теперь вместо мортир гаубица. Ну, мортиры это фигня. Или гаубицы, как они там называются. Но это прокачанная мортира. Не, мортира, да. Мне хватает и третьей эпохи. Ну, четвертая там нужна. Слышь, я сейчас сделаю королевские кулеврейны. Кто это такие? Ну, это вот эта пушка, которой ты пользуешься. Нравятся тебе, которые. А-а-а. Да, мне нравится. Это опа. Вот эти вот вторые, которые на третьей эпохе, да, открываются? Ага. Нет. Не, чувак. Ты попал. Погодь, погодь, оставь его, слышь? Пускай, может, он этот сможет отстроиться. Да, да, давай проверим. Окей. Есть еще ведь русская мафия, которым тоже надо отомстить. Вот мне нравится зима тем, что тут следы офигенные очень. Да пусть пытается отстроиться. Будет смешно. О, смотри, русская мафия пытается на нас напасть. Мелкими отрядами какими-то смешными. Жалкие попытки. Да. Ой. У меня там это гаубица стоит. По-моему, такая, это чья-то ребят. Фактория. До свидания, скажем, фактории. А, смотрите-ка, он там пытается мне что-то сделать. Он мою стену шатает. Где мои все, две фальконеты? Туда. Да не, у меня здесь фальконеты две рядом, да. Еще они ему пошатают кое-что. И правильно. Иди-ка сюда. О, ля-ля-ля, они убегают.
Там, короче, залп такой один был. Одного чувака сразу снесло, и трое покоцаны, и двое убежали, короче. Короче, было весело. Короче, было весело. Так. Чип-чи. Чип-чи. Короче, сказать, дерева больше нет. Пойду куплю дерево. У тебя там дерева нету разве больше? Да я на рынке буду закупать. Буду сейчас. Эй, куда вы поехали? Назад, домой. Где там русская мафия? Я еще не качал ее даже. Что, он еще что-то пытается мне сказать, этот Фридрих? У которого уже там одна ферма осталась и 5 рабочих. Какой он все-таки настырный, назойливый парень. Очень назойливый парень. Ой, там еще индейцы. Блин, эта фишка с индейцами, конечно, бредовая. Зачем нужны индейцы, если есть свои войска? Опа, русская мафия, привет. Мы к вам в гости. Ой, мы ждали, сейчас, мы прибыли. Так, надо бы вынести сразу это здание. Строй, дура. Виноси. А, ты пройти не можешь. Неужели вас всему учить надо, да? Так, эти сражаются, пусть отдельно янычары. Ну, в принципе, Сулейман такой забавный. Но все равно мне что-то англичане или кто там еще мне понравился чуть больше. А, здесь у них еще острог есть. Блин, сколько у них острогов-то этих. Вообще-то вы достали своими острогами. Сейчас мы вас шатать будем. Блин, у меня только дерево кончается, и это немножко бесит. Тебе что, надо дерево? Да, но... Это дело не первой необходимости, я тебе так хочу сказать. А, хавай. Оу, приятного аппетита. Зацени, слышь, вот это вот зло. Это зло. А где мои пушки? Пушек моих нет. Это твою же ж мать. Ладно. Здесь еще, блин, тупые, да, да? Да, иди напали защити. На тебя. Иди, короче, защити, а я буду долбить русскую мафию. Это так, они решили отомстить, я их, а не меня, да? Жесть. О, ура. Мои могут стрелять через забор. Да, 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 они все могут. Ну, те, кто стреляет, конечно. Мы все будем шатать здесь. Бедные рабочие пытаются что-то сделать. Это смешно. А, блин, здесь еще остроги есть. Как нехорошо. Ух ты, блин, откуда повылазили? Он вызвал... Ладно, сваливай, столбал. Достал ныть. Примите мою капитуляцию. Надоели. Угу. Быстрее! Раки, давайте быстрее. Что там происходит? Найс. Все норм? Андрюх. Да, я отбил. Ну там такая армия прям была. Нехилая, там были одни тяжи. А-а. Ну окей. Ему же. Хуже то, что он армию все отправил не в оборону, поэтому я его спокойно здесь ковыряю. А я думал, мы проиграем эту карту. Да ну он такой рак. Ну, просто я плюс думал, ты мою армию видел эту, так она еще вся залпом стреляет. Я думал, сейчас просто уйду в оборону и не буду ничего делать, а тут оказалось, я не ушел в оборону и начал их ковырять понемногу. Как всегда. О, сколько рабочих поперло. Мясо! Пушки, это мясо! Это мясо для пушек. Да блин, достал этот острог. Умри. Куда они все побежали? Смотри. Что за бред? Совсем обалдели. Скоро у тебя нету лишних 2000 еды и 2000 денег. Есть. Сейчас.
Раз. Ой, блин, можно было сразу и деньги. Денег у меня вообще там почти 5 косарей. Вопрос. Что ты делаешь с ними? Я пока ничего, у меня войска есть, я ничего не нанимаю. Я пытаюсь стратегически умно распоряжаться войсками, чтобы потом опять не покупать, хотя это не про меня. У меня это, плантации там дофига, 3 штуки. Ой. Неужели не 3 штуки? Фак. После последнего набега они, видимо, ты еще и подлатал такой дерево. Такой, знаешь, каменная стена и такой дешевый деревянный забор. Эх. Эх, парень. Ну, я не мог оставить там дыр. Ну, не, ну, это, конечно, здорово, но это смешно. Так, сейчас. А ты сверху. А ты, короче, этот... Построй там. Короче, сделай. Да, зачем? Стены снаружи, еще одну линию. Норм. Зачем что-то строить, если мы тут доедаем их? Я не понимаю, куда рабочие убегают. Они просто капитулируют уже. Дезертируют. А это кто? Вау. Это то же самое, что в прайме чувак на респе стоит и говорит, идите вы нафиг, или специально кормит. Здесь тоже рабочие, типа, все, я предам эту нацию, надо убегать. Ну, не предам, а просто сваливаю. Здесь все понятно. Если у тебя в команде двое или трое или в нуле, то становится все понятно, да? Да. Так. Вельзевул. Да. Кстати, у меня войск не так много осталось, но их хватит, чтобы допилить их. Я мог бы сейчас... О, здесь можно прокачать. Дерева нет у меня. Ой, чё... А, да, в принципе, нормально все сделал. Ого. У меня супер тяжелая пушка, слышь? Прям супер тяжелая. Прям супер-пресупер. Не знаю, зачем я войска купил. О, здесь чувак этот храбро сражался. Почему русские не сдаются? Ну что, русские не сдаются? Да. Крестьяне бегают, что-то пытаются, но они только могут получить залпом по башке. А, они отстраиваются опять. Что, совсем офигели? Фу, блин. Чокнутые работники. Шли вон. У меня до сих пор 8 пушек, они даже не вынесли их. Давай быстрее, немножко еды и денег, вы должны успеть. Совсем капли осталось, друзья. Ты когда со мной играешь, тебе лишь бы успеть развиться и посмотреть разные плюшки, пока я их все не вывалю, да? Да. Так. Нет, я хочу сейчас их затроллить, противников наших. По-жесткому вообще. Куда? Ты сейчас увидишь, как. Ну, если ты их сейчас, правда, не... Да я тут выискиваю. Посмотрю, у меня здесь войска. По лесам, по полям ищу их. А, ну раз ты там уже занялся поисками, я тебе помогу. Да, да у меня тоже дома войска стоят, ну, я их пока приведу сюда. Опа, работник. Такой стоит, лес рубает спокойно. Тут такие ядра фигарят, он вместе с деревьями сносится. Бедный крестьянин. А, ты вон там, где ищешь, правильно? Да, там еще посмотри. Бомбить. Халк ломать. Халк все ломать. Так, у меня уже 11 очей вообще, могу заказывать здесь. О-о-о. Османская сверхтяжелая артиллерия. Я хочу это увидеть. Османская сверхтяжелая кавалерия. Ой, блин, кавалерия, артиллерия. Нет! Нет, я хочу увидеть свою пушку. Ты не уйдешь живым отсюда. Кстати, тут фиолетовый. Кстати. Отстраивается понемножку. Я в лесу засяду, я хочу увидеть эту пушку. Ну, ресурсов у нас не так много уже. Это не радует.
надо войска еще подкопить. О, офигеть, смотри на эту махину. Я ее везу к его зданию, хочу посмотреть, что она сделает. Твою мать. А у нее скиллов нету, не? Нет. Зачем ей скиллы? Она медленно движется и стреляет, но наносит колоссальный ущерб постройкам и пехоте противника. Кстати, вообще можно где-то купить? Теперь у меня будут такие. Ой, ну, блин, 500 дерева надо сейчас. Купить дерево. Прокачать эти. 8 дерева надо, да вы издеваетесь. Чё? Так, эти войска у меня там пусть, в лесу сидят. А большая пушка пусть бомбанет. О, привет, чувак. Зацени, вот его главное здание. Сразу получил по щам. Зачем ты? Чё? Давай стреляй сильнее, пушка. Чё-то она какая-то слабая. Она вот этого чувака сваншотила. Да. Она слабая. Ну, и если б я там была штук 3 хотя бы, она бы сделала. Жесть. А так одна она мало что стоит. Что это такое? А, это еще одна пушка моя едет. Но если я влуплю залпом со всех 12 пушек, плюс вызову всех своих 31 гвардейцев. Ой, блин. Интересно, если дать им год, они еще разовьются? Никакой пощады. Едем. О, ну тут я понимаю, армия. Хотя здесь по большей части пушки, а янычары так для прикрытия. Кстати, смотри, он тут... Подожди, не ломай пару секунд, я тебе сейчас такой прикол покажу. Не, я только смотрю. Видишь на карте зеленые домики, как тебе это? Еще полностью разведал их местонахождение. А, зеленые домики. Это ты. А что это? А. Это главное здание. Да ты вообще наглый. О, слышь. Смотри, залп. Хоп, нет дома. Я нашел главное здание этого. Кого? Нехорошего чувачка. Типа того. Да я тут тоже нашел много чего. Они уже в отчаянии. Я ж туда одного отправил. Давай их уже доносить. А, ты пытаешься факторию. У тебя нет скилла, чтобы разведать, где они все находятся? Не? Не. Но мне что-то не нравится вот эта зона. А, она пустая. А, ты главное здание нашел. Текс. Ну, здесь уже все. А, твой чувак только доехал, кстати, строится. Он там ломает еще. Так. Блин. Ой! Че я нажал? Блин! Фак. Надо было согласиться. Ну ладно. Я вообще кликал по экрану, и тут всплывает окошко, я случайно нажимаю «нет». Это же бред, по-моему. Нельзя такое делать. Команда. Тьфу, блин, что я делаю? Так. Шатай. Шатай здание. Да они там шатают его. Да они его долго, сейчас дошатают. Они почти. Ура, мы победили! И вот ты затащил, вот видишь, ты добил последнего. Вот, если бы не ты, мы бы просрали. Нет, раса, конечно, эпичная, но они хуже португальцев. Так, я хочу карты выбрать. Хотя с Сулейманом я больше особо не хочу играть. Но все равно для него пару карт можно выбрать. А, управление метро, выбрать метрополию. Это две России. Вот она. Вот она. Кто?
моя маленькая детка. Я могу выбрать одну карту. Окей.